Don't you come back? Why you always come back? Don't you come back? Night kisser. Don't you come back? Why you always come back? Don't you come back? You come back. Why you always come back? Don't you come back? Night kisser. Don't you come back? Why you Йоу, привет, XYZ. Мы в эфире опять в субботу, опять с Юрием. У нас уже выработались традиции, такие, знаешь, дни определенных людей. По средам мы с Женей Паком, по субботам с Юрием, по пятницам. До недавнего времени были с Ваней Растригиным, но он вернется, обещаю. Новая тема, очень важная. Ну, и достаточно такая желанная, как я могу видеть, да, по количеству людей, которые в прямом эфире, и по количеству людей, которые уже как-то срезонировали. Будем болтать и делать доспехи, твердые материалы. Юрий, привет. Привет, всем привет. Да, сегодня будем делать тоже какие-нибудь доспехи. Я себе здесь такие небольшие рифы так подобрал. Мне вот интересно стало сделать что-то типа того. То есть, да, то есть это у нас
такой шлем, да, там какой-то забрало с резными всякими штуками и так далее, да, то есть еще вот наших русских художников арты подобрал, тоже всякие такие интересные штуки поделать, может быть, вот, что-то типа того. Вот, да, сделаем какой-то такой бюстик. Вообще, у твердых доспехов, да, которые сделаны из металла, у них же своя специфика есть, да, производство, какие-то детали, на которые стоит обращать внимание. Ну, там как бы, в общем, чтобы они смотрелись более-менее реалистично, там нужно всякие толщины соблюсти и так далее. Если просто их делать какие-то такими толстенькими, пухленькими, то это будет больше такие, что, так сказать, стилизованные такие объекты получатся, да, то есть они получатся очень нереалистичным, да, здесь в металле надо, чтобы, во-первых, была такая вот гладкая поверхность, грубая, и толщины тоже не супер толстые, не супер тонкие, то есть надо какие-то такие балансы соблюсти. А в плане процесса именно, да, создания, то все достаточно обычно, то есть, ну, то есть чем-то похоже даже на то, что мы делали на первом-втором, по-моему, стриме, и просто чуточку более углубленный такой процесс проработки, да, там позаремешить что-то, да, чтобы какие-то там патологии какую-то более ровную сделать, потому чтобы все это было ровненько, короче. Вот. Окей. Тогда что? Меньше прелюдий, давай начинать. Я пока почитаю, что происходит в комментариях. Там пишут, почему так поздно, у меня 1:33. А в Москве сейчас 6:30. Вот поэтому. Забрала крутая вещь, надо тоже себе сделать, а то нельзя столько жрать. I feel you, bro, I feel you. Я вот начал пить очень много воды. Классное занятие, только ты становишься регулярным гостем туалета, когда ты пьешь там в день больше 4 литров. Это такое прям палка о двух концах. Вот вам немного жизы, да, на стримах. Привет из Кыргызстана, привет из... Откуда там было привет? Привет из Казахстана. Всем привет, привет всем. Я не знаю, как родилась эта традиция, приветствовать из какой-то страны, но ладно, почему нет. Привет из Москвы. Народ, давайте еще раз правила игры обозначу. Да, нас уже около 103 человек, будет побольше, я более чем уверен. Повторю еще раз. Если есть какой-то важный вопрос, касающийся содержания того, что происходит на ваших экранах, или что-то прям, знаете, суперважное, жизнь и смерть, вопрос жизни и смерти, ставьте что-то красное в начале сообщения, чтобы мы это идентифицировали вас и в первую очередь вас замечали. Но по возможности я постараюсь ответить на все вопросы. Женя, Пак, я тебя пропускать не буду. У нас уже традиция появилась, что же Женя под конец стрима приходит, задает какой-то вопрос, а я его пропускаю. Я на меня уже ругать начал за такие вот вольности. Женя, я усек все. Так, музыку вы подбираете огненную, публикуете уже наконец это. Так что там публиковать-то? Мы особо, я сейчас открою секрет производственный, знаете. Мы ничего не подбираем, я просто нахожу подборки на Ютубе. Ты просто пишешь трип-хоп, лоу-фай, и все. И там просто миллиард этих подборок, потому что трип-хоп — это та музыка, которую ты можешь в целом сам сделать руками. Ну, то есть я пытался делать на миди-клавиатуре, это делается очень легко. Ну, то есть это, ну, не знаю, недавно слышал интересную мысль про то, что музыка это как изобразительное искусство, потому что и там работает такой принцип, как это называется... Как же это называется? Принцип ритма какой-то. Ну, то есть те, кто занимаются, да, изобразительным искусством, 3D, 2D, те достаточно легко вольются, да, в музыкальную какую-то движуху. Даже то же самое написание биточков. Это реально, если ты прям входишь в процесс, это так просто. Это настолько просто, что ты даже поражаешься. Что ты думал, что ты ничего не умеешь, а тут ты вот взял и сделал свой первый трек. Ну, то есть это прям... Фантастика, магия, блин. Музыка рождается из-под моих пальцев. Как это происходит? Эта подборка моя любимая, но только чат ссылки удаляет. Да, да. Поэтому лучше название просто пишите. На Ютубе их полно. Вот да, я про это и говорил. Всем привет, кто чем занят был? Я вот писал диплом. Юрий, чем ты занимался? Я делал персональную работу сегодня. Да, Юрий мне там уже заспойлерил кое-что. Да, красиво, я там где-то, по-моему, красиво спойлерил в этих сторисах, по-моему, вчера. Могу сейчас показать еще. Давай, у нас появилась возможность пропиарить твой Инстаграм.
Вот. Да. Еще, если что, да, в Инстаграме там, да, у меня есть. А как он называется? Напиши мне куда-нибудь, я в чат вброшу. Давай, сейчас. Вот, чтобы к месту было. К нам не придрётесь. Так. Тут у PewDiePie одновременно с вами трансляция, сложный выбор был. Ну, PewDiePie, он, да, он недавно заключил контракт с Ютубом. Такой интересный. Что теперь стримит только на него. Хотя забавно. Год назад Ютуб его ненавидел. И снимал монетизацию своего роликов. Я скинул со своего аккаунта ник Юрия. Мой аккаунт называется Дим Борисов. Посмотрите, пожалуйста. Юра инсайдит, короче, там. Сторис у себя. А чё бы и нет, на самом деле. Ну да. Так. Привет, все мои мысли читаете. Я как раз работаю над броней для персонажа, так что буду смотреть до конца. Илья Круглик, смотри. Как ты относишься к Supercell? Что такое Supercell? Это какая-то кисть? А, не знаю. Александр Митюсов, пожалуйста, поясни за базар. Дима, привет. Как проходит изучение интро-концепт-арта? Ну вот, я добрался до этого финального здания. Но я, короче, каждый день просто открываю Photoshop, порисовать фасочки, кружки, какие-нибудь там из примитивов поделать какие-то штуки. Ну, то есть, я понимаю, что меня это успокаивает, но я понимаю, что мне хоть и хочется 4 часа подряд сидеть, да, но, блин, очень много времени отнимает диплом, там уже финишная прямая, финишная черта, считай. Поэтому нельзя останавливаться. Хочу тебя огорчить, но водой можно просто отравиться запросто. Много пить воду тоже плохо. Но я не пью то, чтобы... Не то, чтобы пью много воды. Я просто пью ее... Количество литров близкое к норме, которое нужно человеку. Потому что, как казалось, все эти разы, когда ты хочешь поесть, ты можешь попить. И ты не будешь хотеть есть. Вау, мэджик. Ну и в целом, хочется меньше спать, когда ты пьешь много воды. Когда много воды, это классно. Как же хочется серый материальчик, как у Юрия Николая, блин. Давайте я сегодня что-нибудь с ним сделаю. Мне Николай скинул ссылку на свой Google диск, где этот материал лежит. Он попросил меня, чтобы этот материал вытащил и закинул в какой-то Google диск, который точно никогда не упадет и не исчезнет. Я думаю, что это очень быстро я сделаю, хорошо. Чтобы мы это закрыли, этот гельштадт, понятное дело. Дима, забыл еще сказать, что твоя вода самая лучшая. Моя вода самая лучшая, хорошо. Все, я понял. Спасибо. Надеюсь, так скажет мой научный руководитель, когда я приду защищать диплом 1 июня. Так, Дима, а ты выкладывал уже куда-то материал тут или на стрим с Николаем взять камин-аут? Нет, камин-аут будет сегодня, да. Как раз хотел запилить собственный комплект доспехов, занимаюсь реконструкцией, охота перенести свой комплект в виртуальную реальность. Ну, твое стремление поощрительно, классное. Будем, если есть какие-то вопросы, то пиши, будем отвечать. Где делаете ретопологию и текстуринг? И почему? Спрашивают в чате. Делаю ретопологию в Maya и текстуринг в Substance Painter. Почему? То есть Substance Painter и Maya, по сути, такой индустриальный стандарт. По-моему, уже 100 раз это слово произносили на этих стримах. Конечно. Ну, как говорит Женя Пак, нужно быть готовым к работе в индустрии. Вот. Изучайте индустриальный стандарт. Готовьтесь. Состояние потока не понял. Я тоже писал диплом, пишет «Жизнь проста». Все мы писали диплом однажды. Нет, у меня прикольный диплом, кстати. У меня метод исследования интервью. Если у меня не будет набираться интервью, я, может быть, воспользуюсь своим положением и попрошу принять участие. Ну, оно классное, у меня вообще фантастическое интервью. Я изучаю рекламу с элементами геймификации, если простыми словами. Типа, не какой-то там баннер, да, а ты зашел такой на материал, а хоп, там мини-игра, или хоп, там текстовый квест. Ну, то есть такие вот всякие штучки-дрючки. Это разработчик вирусных игр для мобильных телефонов. Это у вас там что-то беседа какая-то, да? Crash Royale, все, я понял. Подписался на инсту Юрия. Ну вот, хорошо, давайте все срочно подписываемся на инсту Юрия. Будем делать из Юрия инфлюенсера. Вот. Побольше
большое количество выпиваемой воды как-то коррелирует с количеством воды в дипломе? Я надеюсь, что нет. Но в дипломе у меня много воды, определенно. У меня каждая глава начинается с большого водяного вступления, но потом там нормально. Никто не... Мало кто нормального изучал в России рекламу игр, представляете? Вообще, только всякие там PVC и эти вот крутые там McKinsey и прочее. Но на них не посылаешься, нужны реальные исследования. Никто не хочет нормально это делать, все делают на отшибись. А в блендере ты умеешь при большом полигон... Что? А, я понял, это беседа была. Насколько ZBrush мощнее блендер для скульптинга персонажей? А вообще слово «мощнее» применимо, как ты считаешь? Не знаю. Ну, как бы, если там, не знаю, мерить количеством полигонов, которые можно в вейпорте крутить, то, наверное, ZBrush выигрывает, потому что здесь совершенно другие алгоритмы, да. Ну, вот, потому что там, допустим, в блендере там все такими, типа, там меньше полигонов, и там именно гладкость меша, да, создается за счет там сглаживания, да, нормалей. А здесь в Браше здесь же нет никаких нормалей, то есть здесь все без нормалей, здесь все. Мы видим каждый полигончик, он ничего не сглаживается. И сглаживание происходит только за счет того, что у нас просто полигонов становится настолько много, что поверхность становится гладкой. Вот. Ну а так, не знаю, я не лепил блендер, если что. Все любят ZBrush, и ZBrush есть за что любить. Вот каждую прямую трансляцию, которую мы делаем по ZBrush, а у нас их уже стало достаточно много, на секундочку. Все говорят, ZBrush — любовь. Вот, поэтому любите ZBrush. У нас есть интро-курс, кстати, на сайте. Ага, Иван. Иван Андреев, заметь. И по ZBrush, и по Blender. Ты можешь сам попробовать сравнить. Там, кажется, даже есть ссылки на скачивание. Я вот когда заинтересовался, быстро разобрался, скачал ZBrush, все на Mac. И мой Mac почти сгорел. Ха-ха! Но это не важно. А почему торс не из примитивов? Че с сеткой потом будет? Спрашивают. А почему торс из примитивов? Ну, наверное, из примитивов для меня это дольше собирать. Мне проще взять и слепить, как бы, да. Я сейчас леплю такую базу, для того, на которую я просто буду накидывать броню, чтобы мне было удобно, да. То есть я... На что я буду ориентироваться вообще в процессе? Вот, поэтому... Ну, я всегда так леплю, я просто беру и леплю, короче, и все. Я не люблю, когда что-то из чего-то собирать, то есть для меня это как-то долго, короче. Для меня вот взял, слепил, готово, пошел дальше. Да, то есть то, на что вы сейчас смотрите, это не ускоренная в два раза запись, это Юрий in real time просто творит то, что умеет. Больше и не скажешь того, что... У меня тема диплома — совершенствование методов управления персоналом. Ну, хорошая. Ты этот менеджер, что ли, да? Я не пишу диплом, ибо я малый еще. Ух, поверь, когда придет время, ты не будешь сильно рад, я думаю. Привет, как можно сделать скрин в зебре в максимальном разрешении, а то Моник 4К, а скрины выходят чуть больше Full HD. Будете ли рендерить какую-нибудь модельку на стриме? Нет, ну как бы вряд ли будем что-то рендерить, если там, не знаю, у нас сейчас получится нормальная броня, и типа можно будет, не знаю, это дело растянуть на пару стримов, и там можно будет попробовать эту хайпольку затекстурить и порендерить, да, не знаю, да, в том же блендере, допустим, который как раз в прошлую работу я в блендере и текстурил. Вот. Да, звучит как план, будем вот смотреть на то, что получится. В плане разрешения, что... да, в плане разрешения, есть... давай я сейчас, наверное, скажу, здесь можно настроить разрешение вьюпорта, да, то есть как бы лепить я не рекомендую в высоком разрешении, потому что все будет глючить очень сильно, но для рендера, да, то есть вы выказываете высокое разрешение, жмете PBR, у вас все прорендеривается, и в рендер-пассах, да, у нас, вот сейчас где у нас рендер-пассы, так, вот они... Вот, и у нас здесь будут картиночки, и, соответственно, вы можете выгрузить уже в более высоком разрешении ваш рендер из браша. Вот. Что хотел сказать? Мы сегодня, как обычно, на 2 часика, поэтому где-то ближе к 20-30 уже будем заканчивать. Поэтому планируйте ваше время. Вот. А мы будем планировать свое. Так, там был еще какой-то вопрос. Юрий говорил, что попробовал рендер в блендере. Как оно? Стоит того? Очень все круто и современно. Там прям вот все то, чего не хватало во всем остальном софте.
Там, допустим, там прямо на экране сборки материалов ты можешь увидеть все пассы, их еще подкрутить левелзами и потом еще их выгрузить. В общем, настолько все интерактивно и визуально круто. То есть, ну, то есть, как бы видно, что люди, а именно сидели люди, не какие-то там инженеры, которые делали софт для, не знаю, создания зданий, короче, да, то есть, а именно сидели чуваки, которые там про геймдев, про рендер, про картиночки, да, то есть такие вот артовые. Ну, видно, что там люди заморачивались именно на это, в этом направлении. И, соответственно, дузы все сделали так, чтобы их можно было сразу там все посмотреть и понастраивать. И был прям очень клевый опыт, что типа, блин, короче, как такой свежий воздух, что типа, там, не знаю, 100 лет там 3D Max, 100 лет Maya, и все это было там уже настолько все устаревшее, и ты уже ничему не удивляешься. И, а тут открыл блендер, начал это рендерить и настраивать, и смотрю, такой, блин, как же классно, как же современно. То есть, наконец-то кто-то подумал о том, что это должно быть удобно, короче, в первую очередь. То есть очень удобно. И, ну, как бы сам рендер как рендер, то есть все хорошо, все классно работает, мне все понравилось. Так, так, мало кто в России открывает диплом при его защите. Не понял. В смысле, мало кто проверяет, ну да. Там performance skills, да, имеют значение. Нет, у меня, короче, тема такая, что им придется открыть диплом, потому что, ну, у нас хоть и сверх, на самом деле, классный преподавательский состав. Они, я прям реально, ну, вот в вышке преподает реально элита индустриальная. То есть тут как ни крути. Вот. Понятное дело, что есть много каких-то новичков, но те, кто будут у меня, это прям супер ветераны, короче, на защите. Поэтому их точно там никак не проведешь. Поэтому они стопудов откроют мою работу и будут там смотреть и изучать все мои эти исхищрения. Нет, ну я думаю, что от работы будет мало смысла. Спасибо коронавирусу, потому что после него все изменилось. Я 2 курсача сделал из воды. Я 3. У нас каждый год курсачи в вышке. Пойду заварю чай. Фанат футбола, давай, заваривай. Да поскорее. Да покрепче завари. Мак для 3D не самая лучшая идея. Ну да, да. Чего ж, ну, зато для 2D-хи прям вообще лучше не придумаешь. Подкаст очень классный. Спасибо. Кстати, последний выпуск вышел когда? Четверг. Послушайте, мы там... Он получился очень большой, на самом деле. Он получился на 2 часа 22 минуты. У нас там про что только нет. А новый подкаст выйдет тоже в четверг. И он будет про что? Про супер... громкий и неоднозначный, как это называется, мини-конференцию Microsoft. Там показали очень много игр, про которых у нас там есть некоторые инсайдики, короче. Мне кажется, получится классно. Учусь на ресторатора, сколько часов в среднем тратится на одну работу? Ну, на одну работу, Юрий, вот полноразмерную, без ретопологии. Сколько у тебя уходит? Без ретопологии, именно на саму скульптуру, где-то неделя. Рабочая. То есть это цвета? Это нет, все. Именно скульптура, исключительно скульптура, без всего полноразмерной, там руки, ноги, там броня, там прочее, там волосы, прочее, где-то неделя, вот. Неделя — это где-то 8 часов в рабочем дне. Понял. Вот. Ну, остальное там, да, если уже там технический этап, ретопология и так далее, то там еще как бы это... Ретопология, там, в зависимости от сложности, там, 2-3 дня, да, потом еще текстуринг, соответственно, тоже от 3 дней, хотя, опять же, тоже зависит от сложности, бывает такой текстуринг, что там за один день можно все сделать, вот, и, соответственно, получается еще неделя, да, то есть 2-3 недели там уже будет варьироваться от сложности персонажа, если совсем что-то сложное, куча деталей, там, не знаю, портретную область надо как-то проработать, там совсем круто, там какой-то попасть в какой-то типа likeness, да, вот, по лицу, то там тоже еще можно немножко раздуться время, это получится там где-нибудь максимум месяц, наверное, вот. Ох, там пишут в чатике, что там был какой-то вопрос, куда я его потерял. В чате очень много вопросов, жесть. А, кстати, записи прошлого потока стула будут доступны для начала второго потока стула? Наверное, да. В смысле, самих лекций? Отчасти.
Да, как я понял лекции. Вы, кажется, планировали немного переработать, да, структуру? Что-то там будет, какие-то изменения, но, как бы, допустим, все лекции, которые сейчас записываются, да, их там как-то обрабатывают, насколько я понимаю, и они будут доступны в итоге, да. То есть там как бы вырежут всякие там болтологию ненужную, скорее всего, а вот важную информацию, да, ставят. Так думаю. Пишут в чатике король королей, прекрасный ник. Очень тупой вопрос, но можете объяснить в двух словах, зачем нужен рендер? Рендер, чтобы получить более высококачественную картинку с реалистичным освещением, там выгрузить из него пассы, при помощи которых можно еще всевозможные эффекты накрутить на вашей работе, в общем. То есть, ну, как бы делать просто принтскрин, как бы, да, картиночки, ну, то есть, здесь ничего нет, здесь просто есть фейковый свет, и все, как бы, ничего больше. То есть, если там хотя бы как минимум какой-то PBR сделать, здесь хотя бы тень падающая появляется, да, как минимум. Вот, а короче, какие-то... можно сделать нормальную презентацию. Да-да-да. Ну, и вообще, тупых вопросов не бывает. Все вопросы, если они появляются, значит, так нужно. Так. Для игры со средней оптимизацией пойдет моделька с 1К разрешением? Наверное, да. Ну, 1К разрешением текстур. Наверное, да. Как я понял. Да. Да. Еще он 14 миллионов поликов. Есть ли способ облегчить? Так что... Я зачитаю этот вопрос чуть попозже, потому что он выглядит как вопрос, который можно загуглить, мистер... миссис Кенни, да. У меня тема диплома ремонта и обслуживания графического дисплея HP Pen Artist 15.6 Pro. Классно ты подсуетился. У тебя планшет, что ли, сломался или что? И ты решил сделать диплом. Интересно. Техническая специальность, я предполагаю, да? Преподаю в ВУЗе, скажу, что всем плевать на твой диплом. Да, мне тоже, в принципе, плевать. Но не хочется пересдачи. Или как это там называется. В общем, армии я не боюсь. В силу некоторых причин. Вот. А диплом хочется раз навсегда взять, сдать, закрыть и забыть. Никто ничего читать не будет. Чисто поверхностно, чтобы задать вопросы, которые нужны для галки. Ну, вышки стараются, поверь мне. В высшей школе экономики там наука, она прям science. Там люди могут тебя растоптать, если им захочется. Ну, мне повезло. Преподаватели, которые будут у меня, у нас с ними был очень хороший контакт. В силу там разных причин. Живу в России, скажу, что всем плевать на твой диплом. Всем плевать на мой диплом, но это была инвестиция большого количества денег, которые мы заплатили с моей семьей. Поэтому нужно закрыть. А так-то да. Всем есть дело до моего рабочего опыта. Вот. Так-то. Ни одного диплома из воды, но кроме поверхностного натяжения, но там одна была оправдана, понятно. У меня диплом в следующем году, собирался в этом писать, но корона планы сбила. Поверь мне, в следующем тоже что-то собьет планы, да, и ты будешь писать в последний месяц, это будет печально, говорю сразу. Подскажите, пожалуйста, у меня топовый комп, но при работе в Зебре она просто вырубается. В играх все норм, все на ультра. Проблема в питании, в материнке или это вирус? Классный вопрос. Подождите. Ой, блин. Это просто такое интересное построение. Как ты считаешь, Юрий? В смысле, компьютер хороший, но зебра вылетает, да? Ты просто полностью. Да. Ну, Зебра такая процессорозависимая, да, то есть, опять же, да, и она очень хорошо работает и на слабых компьютерах, вполне себе, без проблем. Вот, так что не знаю, в чем у вас проблема, то есть у меня такого не бывало, чтобы она просто так вылетала, без причины. В общем, нужно гуглить. Да, как... может быть, вирус. Да, я программист, это фотошоп, как говорится. У нас нет ответа на этот вопрос, извините. Знаток сегодня в отпуске. Да, блин, что происходит с чатом? Почему он так меня перебрасывает? Никто ничего изучать не будет, даже не откроет ни разу, чтобы вопрос задать. Твентин карантину пишет. Ну да, может быть. Пришел на дипломе по курсу. Вот диплом на наших курсах, вот это вот real shit, ребята. Вот это вот вещь, на которую, поверьте мне, посмотрят и не раз. Сколько плюс-минус полигонов
должно быть, когда выгружаешь модельку для ретопа из зебры в майку? А, то количество, которое у вас не тормозит в обифорте и майке. То есть комфортно вам для ретопа. Бывает там, там как бы в любом случае какие-то будут микрофрезы, потому что как бы супер сильно упростить не получится, да, модель, чтобы сохранить какую-то детализацию, чтобы ее отретопать, да, но, так сказать, подбирайте плотность относительно того, насколько вам комфортно, да, фриз там так, с такой-то задержкой или такой-то, да, то есть подбирайте сами на свой вкус. Вот. Я только пару дней назад начал изучать 3D и не знаю, в какую сторону мне идти изучать. Роза, в институте я видел вашу рекламу и как-то связался с вами, пока что услышал Женю с Hard Surface. Посоветуйте мне. Посоветовать тебе, в какую сторону идти, чтобы понимать, Александр Митюсов. Разверни свой вопрос, мы тебе ответим. Яростный блендер пишет: Илья, переходи, пока не поздно, иначе потом вообще не сможешь. Илья, что там было с Ильей? Илья. Как вам интерфейс Blender 2.8? Я долго сидел на 2.79 и не хочу переходить. Все ужасно непривычно. Ну да. Ну, мне в блендере, в принципе, все непривычно, поэтому мне нормально. Такие, знаешь, стандартные страдания, короче, на новом софте. Так, привет, есть ли софт для хорошей автоматической ретопологии? Вообще, автоматическая ретопология — это хорошо, мне кажется, все, что автоматическое, всегда... Да, было бы, только оно, к сожалению, не существует нормальной автоматической ретопологии. Да, по-прежнему. Ты можешь создать искусственный интеллект, который будет делать ретопологию автоматическую, поверь мне, если ты выйдешь в Силиконовой долине с таким стартапом. Ты просто миллиарды инвесторов, миллиарды инвесторских долларов получишь, поверь мне. Если, ну, если это будет работать, конечно. Было бы здорово видеть относительно полный поплайн на серии стримов. Например, Иван сделал концепт, Юрий сделал персонажа по нему, Евгений его транспортное средство. Сложно, но интересно. Нет, это классная идея, но просто... Давайте на секундочку вспомним, что все наши прекрасные наставники преподают на курсах, которые прямо сейчас идут. И если вы хотите преподавать и преподавать хорошо, ну, стоит понимать, что это отнимает почти все свободное время. Вот. Поэтому мы... То есть несколько серий прямых трансляций, они... Их не становится, да, там формата часть седьмая. Потому что, ну... Мы так можем, но... В определенный момент с регулярностью возникают проблемы, поэтому нам хочется брать темы, которые, как это сказать, более или менее насколько можно хотя бы увидеть, понять и попытаться идти дальше с этими знаниями, понимаете? Идея-то классная, но просто сейчас много дел. Вот. Но мы что-нибудь придумаем обязательно. Ну, как бы можем просто... вот этого персонажа потихонечку, так если не спеша его так делать, то можно его потихонечку довести, там, да, вот сделать эту броню, там, затекстурить ее, порендерить, короче. Вот. Ну, как бы это, опять же, 3, наверное, стрима или 4 даже будет. Ну, если их разнести, если, например, чередовая тема, да, например, то, да, можно попробовать, конечно. Женя Пак, правда, что в Польше очень красивые парни... Так что, Женя Пак, правда, что в Польше очень красивые парни. Просто услышал один раз такое и удивился этому. Мне хотелось бы узнать, это миф или шутка, или правда. Что в парни красивые, что в Польше красивые парни. Я не знаю. Вот посмотри на Женю Пака. Он красивый парень. Вот, ну, видимо, все, значит, правда. Я не знаю. Что же? Напиши Жене Паку в Инстаграме с этим вопросом. Мне кажется, он порвется. Просто можно будет тушить свет. Юра, а ты знаком с моделингом для VR-проектов? Если да, то расскажи, что делаешь, что знаешь подробнее, пожалуйста. Для VR не. У меня предположение, а есть ли разница между моделингом для VR-проектов и для обычных проектов? Мне кажется, нет. Может быть, там как бы какая-нибудь оптимизация есть, потому что там же, опять же, надо рендерить два экрана, как бы, да, и, соответственно, там очень сильно жрется вот это все. И, скорее всего, там какие-нибудь такие там более жесткие требования к оптимизации модели там, да. Ох, как мне хочется поиграть в Алекс Half-Life.
Я когда забирал компьютер из офиса, у меня был соблазн стащить, короче, VR-очки Дениску Андыку, но я справился со своим желанием. И правильно сделал, на самом деле. Так, привет, работали ли вы в ZBrush на iPad Pro? Я нет. Я работал на каком-то Samsung, короче, планшет такой на винде. Как бы. Я в электричках когда ездил, в Rocket Jump, я же жил в Подмосковье, и мне надо было там часов по 6 в день, короче, тусоваться в электричках. И я, так сказать, решил занять это время, купил планшет, там какой-то тоже с пером, тоже с чувствительностью, и я лепил в ZBrush'е прямо в литичке. Было дело. Нормальный хардкорчик. Как тебе такой опыт? Каково это сидеть, да, в электричке и моделить, пока рядом с тобой продают носки? Ну, классно. Отвлекает от продажи носков, потому что я там выучил уже все эти рекламы, короче, уже типа... Да, 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 это кошмар. Каждого там эти, да, не буду повторять. Я жалею, что я в то время, когда я гонял на электричках постоянно из общаги, там, да, на учебу, на работу, что я тогда не купил наушники с активным шумоподавлением, потому что неважно, какие у тебя наушники, ты всегда будешь слышать это. Тебе будут прям над ухом орать, или кто-то будет что-то петь. Блин, это такая, конечно, там жизнь вообще идет просто. Ключом бьет. Ежедневная, да. 24/7. Боятся пересдачи диплома, зададут все, кроме тех, кто вообще ничего не делал. Я могу поправить свой комментарий. Я не боюсь сдачи диплома. У меня нет больше желания тратить на него время. Вот. Такого формата. Ну, потому что реально, чуваки. Можно тратить свое время на классный контент, да, улучшать его, смотреть на него и гордиться. А можно тратить время на вещь, которую ты отчитаешь, закроешь и никогда больше не вернешься. Ну, то есть, понимаете? Перераспределение ресурсов. Так, личный диплом вышки валяется дома. Ну, да, где же ему еще валяться там? Каждый 20-й год вспышка вируса или какой-то болезни. Да, наверное, следующая вспышка будет какая-нибудь там, я не знаю. Даже пофантазировать сложно, потому что то, что с коронавирусом, это звучит как какая-то очень на скорую руку придуманный, очень быстро придуманный на скорую руку какой-то тупая фантастика, потому что кто бы мог подумать. Зомби-апокалипсис и то был бы веселее, мне кажется. Шутка. Так, это была шутка. Давайте без агрессии. А то пошутил я однажды про похороны, и все. Понеслась. Полетела там. Да-да-да, полетела там в сторону. Ножи, мечи и топоры. Вот как дизайнер я разрываюсь. Не могу выбрать между 3D и концепт-артом. А нужно ли выбирать? Не знаю. Спрашиваю, что значит второй UV-канал? У вас может быть там не только, да, второй, да, там может быть и третий, четвертый, и пятый. У вас может быть, то есть, несколько UV-каналов. Это, так сказать, несколько версий UV-развертки в одной модели. И, соответственно, допустим, там тот же Unreal, да, он может использовать, допустим, второй UV-канал для того, чтобы запекать в него глобальное освещение. То есть, допустим, у вас в обычном канале у вас лежит ваша там текстура, да, там такая очень оптимизированная развертка, да, а во втором UV-канале лежит там такая неоптимизированная UV-развертка, в которой все шеллы лежат очень уникально, что позволяет на всю модель запечь еще occlusion и освещение из environment, и, соответственно, эту текстуру еще дополнительно наложить на модель, тем самым вписав ее больше лучше в environment. То есть у нас используются разные UV-каналы для разных таких штук. Там, ну, как бы, кто как, то есть там можно какие-нибудь эффекты там динамические положить тоже, опять же, на второй UV-канал. То есть, в общем, разные применения бывают в этом. Вот. Юрий, вопрос. По какой причине может... Так, народ. Ну ладно, давайте на будущее оставим такие гуглящиеся вопросы чуть больше в сторону Гугла. По какой причине может лагать майка при раскидывании шеллов в UV? Какие-то шеллы фризят, какие-то нет. Перезагрузка майки может спасти, но ситуация странная. Майя очень веселая тулза, вот, которая постоянно глючит по любой причине, поэтому не могу вам подсказать, постоянно бешусь с этого.
Поэтому изучаю Blender, чтобы забыть про это. Надеюсь, там нет такого. В какой программе... Блин, моя речь превратилась в какое-то одно несвязанное... В какой программе... В какой программе мне все... Что за... В какой программе мне все изучить и в какую сторону двигаться, пока что пробую Blender. Blender. Там эй лишнее. Александр Митюсов спрашивает. Короче, у меня есть ответ. Открываешь поисковую строку, пишешь XYZ School, заходишь в курсы, видишь бесплатные наши курсы. Там есть бесплатные курсы по Майке, по Блендеру, по ZBrush'у от Юрия, кстати, очень четкий, и по арт, концепт-арту. Они интро, они бесплатные, соответственно, они короткие, они по основным кнопкам. И если у тебя очень много времени, можешь начать всех проходить их одновременно. И вот в процессе, да, ты поймешь, что в один из них тебе возвращаться больнее всего. Или сложнее всего. Значит, выбираешь его. Потому что если больно, значит, есть чему учиться. На самом деле нет. Ну, просто поймешь, наверное, по ходу дела. То есть я сразу взял арт... Я взял концепт арт, понимая, держа в уме, что я буду заниматься, пытаться для себя что-то делать, изучать, да, грани своих возможностей в ZBrush'е. Потому что я часто... Ну, мне просто интересно понять, как концепт арт может, да, помочь моему там сознанию... в делании, да, персонажей, потому что мне хочется и в концепт, и через концепт-арт, ну, короче, мне кажется, стоит попробовать все, если есть очень много времени, и ты реально хочешь понять, что будет работать, а что нет, потому что пока ты не пробуешь все, ты не поймешь, что тебе нравится, а что нет, или что хотя бы легче идет, а что нет. Вот у меня такая позиция. Юрий, какая у тебя? Ну, у меня примерно такая же позиция. В свое время также, типа, там, открыл 3D Max, открыл Maya, короче, и понял там... Для начала для меня 3D Max показался суперсложной программой. Вот, я начал изучать Maya. Полгода сидел на Maya, там, параллельно еще ZBrush. Ну, ZBrush для меня был сразу просто суперпростой программой. Я такой, типа, все, короче, мечта. Как бы. Ну, видимо, я такой еще был очень заряженный на позитиве, потому что я... Посмотрел трейлеры, и трейлеры как раз... Ну, то есть у Майи же не было классных трейлеров, в которых там что-то кто-то круто делает, да? То есть а у ZBrush'а было сразу же куча трейлеров, в которых там вот там в кино, вот там еще где-то, короче, такой смотришь, да, короче, все это под крутую музыку, я вот именно был заряжен всей этой мотивацией. А, вдохновился. Да-да-да, и ZBrush мне поэтому шел легко, потому что я прям... Горел, короче, типа, сложно, разберусь, короче, то есть вот так. А Maya, то есть основной 3D софт я выбирал по принципу, типа, что понятнее, короче, то есть на тот момент вот именно Maya была визуально понятнее. Вот, но, конечно, потом, как бы, там, опять же, в те времена индустриальные стандарты были немножко другие, ну, в плане, да, геймдева, и тогда нужно было больше Max, и поэтому пришлось еще и Max изучить, и я где-то лет 5, наверное, на Max проработал. Вот, потом перешел обратно на Maya, опять же, там, снова на проектах начала требоваться Maya и так далее, и я перешел на нее. Вот, а в плане того, там, типа, что сложно... Да, и что просто, я все-таки выработал для себя такую позицию, что типа надо идти туда, куда тебе сложнее всего, куда ты не понимаешь вообще, что делать, ничего не получается. Потому что, вот, допустим, там тот же скульпт тряпок, это была моя самая больная тема вообще, в принципе, у меня не получалось вообще ничего, короче. А сейчас это такой автоматический скульпт, как бы, не идет, при котором я даже не думаю ни о чем. Просто он лепится и все, короче. Такое. И опять же, да, то есть потому что я пошел в ту сторону, в которую мне сложнее всего. Вот. Вопрос из чатика. Юрий, а как справиться с желанием затемнить все при текстурировании? Прям сянет всех роботов, которые не новые, да доспехи, если есть, загнать в грязь до темноты? О, ну тут как надо такой баланс для себя выбирать. Допустим, там, опять же, да, есть такие художественные приемы, что вот у нас есть побольше. Давайте, ладно, давайте возьмем вот шкалу, да. Что у вас есть супер черный, есть супер белый, да, цвет. И вы для себя, когда начинаете текстурить,
выберите какие-то границы, что типа, допустим, вот этот цвет, это вот будет ваш максимально черный, а этот цвет будет вашим максимально белым, да, и таким образом вы будете работать внутри какого-то диапазона, и тем самым вы просто тупо в черноту ничего не уведете так или иначе, то есть у вас будет так или иначе такая вот слегка серая картинка, да, и как раз вот под конец вы сможете уже, когда у вас текстура будет готова, вы сможете уже как-то проконтролировать вашу там яркость текстуры, поскольку у вас останется еще дополнительные диапазоны, так сказать, светлости, да, то есть у вас будет какой-то еще дополнительный диапазон для белого и дополнительный диапазон для черного. И тем самым вы сможете какие-то акценты расставить и так далее, и как-то немножечко вашу текстуру подразнообразить, да, и уже более осознанно подойти к тому, чтобы она не стала совсем грязной, черной и так далее. То есть, ну и плюс, опять же, да, в плане грязи там тоже надо себе заставлять не делать много грязи, там, не знаю, пытаться как-то художественно к этому подходить, там, да, как-то научиться чувствовать, насколько хорошо это все. Вы, в общем, смотреть на другие работы, смотреть на фотографии и пытаться там, да, делать примерно такой же уровень, как там на фото, да, там и так далее. Вот, в общем, надо себя заставлять так или иначе, потому что тоже можно переходить разные грани. У меня там мои грани, это я люблю очень все цветастые, короче. Хотя, типа, хочется делать немножко другое, это потом, да, там чуть-чуть более мрачное. А вот на автомате все время делаю что-то цветастое. Вот, тоже такая тема. А, трансляция сохранена будет? Да, все прямые трансляции сохраняются на нашем YouTube-канале XYZ Live. Без исключений. Поэтому, да, если нет времени, то ставь лайк или сохраняй, да, какие-то закладочки, подписывайся, и потом сможешь посмотреть. А можно купить хардсерф и слайд и моделить крутой sci-fi? Да, я полагаю. То есть хардсерф и слайд — это, по сути, часть курса основного хардсерфейс, где тебя научат сделать, где ты сможешь сделать с модельку, да, турели. Женя Пак все расскажет, покажет, а потом еще и отфидбэчит. Если ты понимаешь, что Hard Surface — это мое, то ты просто берешь, присылаешь чек на Hard Surface Light нашему менеджеру, и вы общаетесь о покупке большого, да, курса Hard Surface. Вот. А если не понимаешь, что такое, что что-то непонятно, да, мое или не мое, то ждешь там месяц, ждешь нашего прямого эфира, где мы там что-нибудь еще расскажем с Женей Паком, именно по курсу или по твоей работе, чтобы как-то, да, сформировать представление. Hard Surface Light приколен тем, что это, по сути, то есть это, по сути, часть реального курса большого, который стоит очень дешево и который является той точкой входа. Если ты понимаешь, что это твое, то ты просто берешь и получаешь скидку на Hard Surface основной и продолжаешь обучаться. Так. Юрий, какой этап при создании модели вызывает наибольшее количество проблем, по вашему мнению? Как их можно избежать? Наибольшее количество проблем? Мне кажется, какие-нибудь, даже не знаю. Технические, может быть, поменять. Может быть, какие-нибудь технические этапы, опять же, да, знаешь, типа такие проблемы из-за софта, которые там, типа, глючит, короче, то есть в основном из-за этого. То есть сейчас как-то, как бы там, не знаю, те же бейки, там еще какие-то вещи, они как бы такие, типа, это даже больше отдых, короче, чем какая-то работа, да, потому что там, не знаю, включил ретопологию, там включил сериал и сидишь себе ретопаешь, потому что это уже тоже такой максимально автоматизированный скилл. Вот. В плане там бейка, да, то есть бейк сейчас тоже там закинул в Marmoset, папочки пораскидал, один раз кнопку нажал, почти все готово, короче, там с минимальными фиксами, поэтому как бы трудности тоже не вызывает. Ну, конечно, самый сложный этап на самом деле — это вот сделать хайпольку, потому что там ты сделаешь, по сути, всю самую основную работу здесь, да. Здесь нужно решить композицию, здесь нужно решить там какой-то дизайн и так далее. Здесь самая большая война вот эта происходит, на самом деле. И она как бы, видишь, здесь не техническая, она чисто вот артовая. Вот, и как бы, да, оно супер самое сложное, но при этом оно не сказал бы, что это какие-то проблемы. Это просто путь такой, да. Вот, сражаться и пытаться победить, да, всю эту штуку артовую. Вот. В любом случае, уже записался на стул 2.0 и добуду этот материал, чтобы закрыть гельштат, но я уверен, ни одного меня это интересует. Так, ладно, материал так материал. Вы прям супер настойчивые ребята. Если вы хотите, чтобы я молчал прямо сейчас, то
Вы этого добились, потому что говорите и параллельно перезагружать материал с одной папочки на другую у меня, к сожалению, не получится. Можешь потом пока рассказать, что ты делаешь, а я пока с материалом повожусь. Mm-hmm. Так, хорошо. Сейчас я накидываю такие, то есть я делаю через маску, выделяю какие-то элементы, да, то есть делаю им экстракт, чтобы получить новый mesh. И, соответственно, я сейчас делаю такой блокинг, дефолт, то есть базовый блокинг моей брони. То есть сейчас я просто на максимально такой вот лоупольной версии, да, подбираю какие-то элементы, накладываю какие-то слои. Сейчас, да, буду формировать основу, да. Потому что, как бы, самое удобное контролировать именно всю геометрию именно на таком вот, на низкополигональном меше. Вот, и, соответственно, такой сейчас процесс. Сейчас делаю шею, допустим, да. А у материала, ну, тоже, кстати, угу, расширение ZMT, верно? А, да, по-моему. Не помнишь? Да, ZMT, да. Да, все верно. Извини, что перебил. Угу. Вот, соответственно. Так, давайте, наверное, мне уже можно здесь не особо не экстрактить, а можно просто дублировать текущий меш и потихоньку набирать, да, оставшиеся слои. Да, вот, к слову, здесь вот тоже такая вот, состоит из кучи слоев броня, да, то есть есть нагрудник, есть какая-то обводка такая, да, бортик, там можно будет ее потом сделать каким-нибудь там, какой-нибудь кисточкой, да, и, соответственно, сейчас мне нужно накидать вот эти слои на нашу броню, собрать вот эти кольца. Сейчас, как бы, мы видим, что они разделены, но мы сейчас не будем их разделять, мы сейчас просто соберем их как цельные монолитные кольца, чтобы просто у нас была основная, вся основа собрана, да, то есть сделаем также основу шлема, то есть я его слеплю, и потом также подроблю его на кусочки, да, и также в таком вот более-менее лоупольном варианте соберу весь шлем. Также там то же самое с наплечниками и элементами брони на руках. Вот. А сейчас мы просто плашками подбираем, да, наши элементы. И также, да, настраиваем там толщину, там и так далее. Потому что здесь на данном этапе это сделать проще всего. Когда там будет уже куча детализации, там уже будет уже не до правок всевозможных таких вот основных, фундаментально. Там уже будет это сложно сделать, поэтому это лучше сделать на данном этапе. Максимум уделить этому внимание. Вот. Потому что от этого зависит вся последующая работа. Угу. Я сейчас добавил материал в описании трансляции. Диск, ссылка на Google Диск. Пожалуйста, скажите, скачивается ли? Открывается точно? Вот, если да, то не за что. Если нет, то пытаемся разобраться, в чем дело. Скажите, Денис, тоже не пока. Я ее не знаю. Я не сижу в Инстаграме, к сожалению. Народ, если вы знаете, то плиз, нужна ваша помощь. Каким образом можно совмещать работу над моделью в условном 3D Max и ZBrush? Было бы круто, если бы вы описали подробно. А зачем совмещать? Да, то есть, ну, как бы, в плане того, ну, как бы, в общем, я полностью 100% делаю модели в браше вообще, то есть любые, абсолютно. То есть я вообще отошел от моделинга, от полимоделинга, в принципе. Как бы я им здесь занимаюсь, как бы, да, здесь местных инструментов мне вполне себе хватает, чтобы заниматься полимоделингом в ZBrush'е. Там, как бы, конечно, надо было там адаптироваться, там немножко здесь все по-другому, но, тем не менее, то есть мне здесь хватает, и мне очень приятно в браше работать, и, как бы, здесь гораздо быстрее происходят все вот эти настройки, подгонка форм и так далее, потому что, опять же, да, здесь волшебная штука Move Keys, да, потому что, как в обычном там софте, да, то есть мы выделили vertex, взяли, потянули за стрелочку и подвинули, короче, да, то есть, и при этом еще подвинули в какой-то конкретной плоскости, да, и так далее, да, и, соответственно, это типа куча действий за раз для того, чтобы просто подвинуть vertex, а здесь мы просто берем и двигаем, то есть, и все. И, типа, вот здесь вот именно максимально, если можно так выразиться, максимально низкий input lag, короче, да, от твоей головы к модели. Вот.
И это позволяет прям думать исключительно о том, что ты сейчас видишь на экране, а не о том, что тебе там тебе надо как-то все это сшить, там полигончик, еще что-то там. В общем. Вот и был, если был бы какой-то такой же софт, который позволял бы что-то, знаешь, типа. Ну или в ZBrush как-то вот это все немножко эволюционировало, вот этот модельник местный, а там какие-то дополнительные инструменты, которые более привычны именно в обычном полимоделинге, то я бы сказал, что типа ZBrush лучшая программа для полимоделинга, потому что здесь гораздо быстрее все можно сделать. Ну опять же, да, по количеству полигонов здесь несравнимо ни с одним софтом в принципе. Здесь ты можешь там сотни миллионов крутить и не париться. Ну вот, а в мае там той же там уже, не знаю, на первые сотни тысяч уже все помрет. Так, а вы, как я понял, я немного неправильно выставил доступ, да, на материал. Сейчас, секундочку. Доступен пользователям, у которых есть ссылка. Они могут читать. Во. Готово. Сейчас обновлю ссылочку. Дайте мне минутку, пожалуйста. Ра-ра-ра-ра. Па-па-па. Так, во. Она изменилась? Так. Открыть доступ. Копировать ссылку. Готово. Если я ничего не путаю, то... По той же самой ссылке все должно обновиться. И вам теперь не нужно запрашивать доступ. Вот. Давайте, проверьте, пожалуйста. Я думаю, минуток через 8 мы идем на небольшой перерыв, как ты думаешь? Да, давай. Ну, я так понимаю, у нас такая работа немножечко затяжная получается. И можно будет, по сути, ее растянуть несколько стримов. Да, да. Почему да. бы и нет? Да, и как раз у нас будут темы, как бы, да, что такие, типа, будем... Будем ее и дорабатывать, собственно. Да, я думаю, это самый правильный подход, когда мы не пытаемся угнаться за всеми зайцами в процессе еще и решаем чьи-то проблемы. В общем, все яйца держим в одной корзине, как говорится. Эта штука прикольная, но есть такой же мув во вкладке скульпта. Все, теперь скачивается. Спасибо, чмок. Пожалуйста, скачивайте. Пожалуйста. Спасибо, спасибо Юрию. И спасибо Николаю. Спасибо, спасибо G и спасибо 3D. Вот. Будут ли еще стримы по левел-дизайну? Да, будут, но все будет зависеть от того, как много времени будет у Дениса Куандыкова. Вот. Как только, так сразу узнаете, если запланируемся. А запросы отправлены, Дима, разгребай. Так там все скачивается сейчас. Думаю, проблем никаких не должно быть. Юрий, являюсь студентом стула 1.0. Если не секрет, в чем будет коренное отличие стула 2 от стула 1? И будет ли вообще? Мне кажется, будет все то же самое. Может быть, какие-то там, не знаю, просто перетасовки программы. Я не знаю точно. У меня нет такой информации. Есть предположение, исключительно, инсайдики, пока не будем сливать. У вас там впереди много всего интересного. Секундочку. Как только будут, как только все станет понятно, то информация, поверьте мне, станет публичной сразу. Существуют ли какие-либо правила при создании брони, типа баланса между практичностью и дизайном, количеством деталей и от чего это зависит? Ну, как бы, если вы делаете броню там какую-то более-менее реалистичную, то, да, то есть вы делаете все реалистично, как там есть, да. Вот, в плане дизайна здесь, конечно, уже все сложнее. Вот, опять же, да, нужно какой-то, действительно, какой-то баланс соблюсти, соблюсти там какой-то, знаешь, этот акцент, да, то есть на портретной области, на что-то, на чем-то еще, то есть нужно баланс деталей, ритмы, опять же, да, те же какие-то соблюсти, там, в плане практичности, непрактичности,
Тоже, опять же, да, зависит от того, какая у вас цель. А если у вас там цель там ультрареалистик какой-то делать и так далее, то, опять же, там можно будет заморочиться там, да, над тем, насколько там можно руку поднять, да, там с такими-то наплечниками, не будут ли они втыкаться в голову, короче, да. Вот. Если, опять же, нет такой цели прям максимально, если у вас просто цель сделать классную картинку визуально, да, не основываясь на какой-то там логике, то вы как бы уже ориентируетесь именно исключительно на визуал, то есть, да, если вам для выражения какого-то ощущения, да, от персонажа, там, более агрессивного, еще что-нибудь, да, нужно сделать 10-метровые шипы на наплечниках, то делайте, как бы, без проблем. Вот, здесь как бы все зависит, опять же, от цели. Так, как я могу поделиться, с чего начать, с драфтпанка или со стула? Ой-ой-ой-ой. Как бы если... Как поступить? Если хочется персонажку, ну, как бы все-таки я как бы рекомендую какие-нибудь там эти пройти хотя бы бесплатные курсы по моделингу, чтобы просто представлять, да, что к чему, потому что там будут такие темы, как там, не знаю, те же развертки, ретопология, полигончики и так далее. Так или иначе, там это все будет, вся эта техническая тема. И вот... Это у некоторых может вызывать проблемы, потому что когда люди идут сразу же там, в персонажку без каких-то хотя бы базовых знаний 3D, то есть так или иначе там все эти 3D-шные штуки будут после ZBrush, все это вылезет так или иначе, да, все эти технические темы, и вот нужно, чтобы вот на этих этапах в будущем не плавать, да, подготовиться к курсу, хотя бы пройти что-то базовое. Просто там, не знаю, хотя бы замоделить какой-нибудь, не знаю, молоточек там, да, либо там какой-нибудь меч, затекстурить его, да, то есть развернуть, запечь, затекстурить просто для того, чтобы попробовать это, чтобы попробовать весь путь, чтобы у вас было представление о том, что предстоит, да, чтобы там не пугаться, не удивляться и как бы, потому что персонаж это уже сложный ассет, в котором много там сложной развертки, и бейкать его надо тоже там и так далее. И здесь, а если это ваш этот сложный ассет, вообще ваш первый ассет, да, на котором вы будете там все эти штуки применять, то вам будет гораздо сложнее с этим освоиться, поэтому рекомендую перед тем, как пойти в персонажку, пойти на курс Steel, хотя бы посмотреть какие-то бесплатные даже те же курсы по там разным софтам 3D-шным, замоделить какую-нибудь небольшую штуку и пройти полный пайплайн, чтобы просто иметь представление о том, что это такое. Вот. Такой вот у меня ответ. Юра хороший учитель. Пишет в комментариях, да. Тут спору нет никакого. Спасибо. Ого, у XYZ есть канал для лайва. Ну да, давно был. Но это и для лайва, и для подкастов в том числе. Много тут движухи. Добро пожаловать. Это welcome. Добро пожаловать на борт. Услышал у вас на стриме совет, что можно поработать в разных программах и сделать для себя определенный выбор. Для меня в другой онлайн-школе набросились из-за того, что я сказала примерно то же самое. Ого. Ну, опять же, да, здесь такое целеполагание, да, то есть, там, если у вас есть достаточно много времени, и вы, как бы, хотите основательно так все поизучать, да, и вы даже сильно не определились, что вам больше нравится, что вам больше хочется, да, и при этом у вас, как бы, еще не кипит, не, так сказать, не горит с работой, то, соответственно, я бы рекомендовал, да, то есть, все поизучать. То есть попробовать разные совы, попробовать там помоделить пропсы, попробовать инвайрменты поделать, персонажку поделать, там, не знаю, с движками поработать, да, и просто узнать все потихонечку. И, ну, там, даже анимации какие-то поделать, да, и потом уже потихоньку можно там через годик после всех этих приключений, да, соответственно, определиться и уже уделять внимание чему-то одному. Вот, то есть, и плюс это будет очень полезно, да, в будущем, потому что у вас будет какой-то общий язык там с теми же аниматорами, там, с прочими техническими там художниками, потому что вы будете более-менее знать, о чем вообще идет речь вообще в геймдеве. Вот, я бы рекомендовал. Опять же, если у вас нет времени, да, и вам срочно уже надо на работу и так далее, то есть, да, вам, то здесь, опять же, да, нужно уже выбрать какую-то, сразу же выбрать какую-то узкую специальность и в нее топить. Вот, какой-то один софт там, да, какая-то одна тема, и прям в нее вливать все время, и тогда вы сможете максимально быстро найти работу в индустрии.
Так, что, отправимся на 10-минутный перерыв, как считаешь? Да, давай, отлично, давай. Народ, давайте тогда не будем разбегаться, давайте и мы восполним запас воды, потому что мой литровый тумблер уже иссяк. Угу. Вернемся через 10 минуток, максимум 12, и продолжим тусить. Угу. Юрий, ставь паузу. Давай. You are an empty, empty, hollow shell of a woman. I mean, what the hell are you doing in my house if you hate me so much? Why the hell are you married to me? What the hell are you doing carrying my child? Thank you.
Йоу, вот и мы не ждали, а мы здесь. Я взял воды, кофе, кошку. Короче, готов. Кошка, бери диплом за диплом. Блокнот записывай. Блин, если бы кошки умели писать диплом, ё-моё. Это, наверное, была бы самая ценная инвестиция в моей жизни. Но нет. О, твердости в зебре. Это обязательно надо посмотреть. Да. Я хотел сейчас прочитать ник, но не смог. Вместо этого издал звук «э». Ты прав. Я обычно под настроение слушаю. Зато ты человек, спасибо за наводку по музыке. Ага, понятно. Музыка, я понял. Для меня, для Серой, скажите, что это за музыка такая? Хочу ее послушать. Понятно. Так, что-то. А у всех материальчик добавился, а то у меня Brush абортит его загрузку. Странно. Я даже не знаю, с чем это может быть связано. Ой, боже, как я много положил сахара. Какой кошмар, точнее, сахарозаменителя. А, мое лицо сейчас превратилось в тыкву. Ламповый стрим. Да, лампови некуда. Может, кто знает, ответьте, пожалуйста. А вот. Привет, ребят, хочу отрендерить перса без текстур. Вопрос, как перенести материал хай-поли перса в ZBrush в Marmoset? Из ZBrush в Marmoset я... И перс 14 миллионов поликов, как облегчить, а то Marmoset не выдерживает. Облегчить, как вариант, можно использовать Decimation Master, да, то есть мы заходим в Decimation Master в Z-плагине, нажимаем просто Scarring, чтобы у нас моделька перепросчиталась, да, после этого он вам позволит указать, допустим, здесь есть пресеты того количества полигонов, которые вы хотите оставить, да, после просчета, да, то есть после упрощения, и там, либо можно процентами указать, да, то есть, допустим, оставить там 9 или 10% от текущего, да, количества полигонов, нажимать Decimate Current, и, в принципе, у вас модель упростится. И там нужно будет просто подобрать так, чтобы сильно детали не съелись, и при этом, да, то есть стало меньше полигонов. То есть, в принципе, Decimation Master очень круто работает, и он позволяет сохранить детализацию и при этом, да, срезать там несколько миллионов вообще легко. И как раз вот под этот, под Marmoset очень хорошо можно это дело оптимизировать. Нет. Скажите, пожалуйста, на что чаще всего работодатели обращают внимание на портфолио? Хотел я сказать на хорошее портфолио, но это было бы очень токсично. В первую очередь, мне кажется, смотрят на то, знаете ли вы полный пайплайн. То есть, если у вас какие-то работы, в которых есть как скульптинг, так и там ретопология, текстуры, развертка, бейкинг и так далее, да, то есть если у вас есть полный пайплайн, это уже будет большим плюсом, то есть это, как сказать, значит, вы готовый художник, которому не нужно будет там сильно объяснять какие-то базовые вещи, да, просто бывает так, что типа люди слишком сильно концентрируются там, допустим, на том же скульпте, либо там на моделинге, но при этом все остальные этапы игнорируют, и потом у них сложности с тем, чтобы найти работу, потому что в их портфолио нет примеров как раз всех вот этих этапов, которые крайне важны на рабочем месте, чтобы там, да, человеку еще не объяснять дополнительно технические этапы. Вот. Ну, опять же, да, качественное портфолио. Чисто, знаешь, так в конце, как вишенка на торте, да. Кстати, вот говоря про портфолио, спрашивают: Юрий, в вашей последней работе указан Blender. Там делали ретоп, если да, насколько удобнее, чем в Майке? Кажется, как просто был в начале, да? Да, ретоп я не делал, то есть я здесь, в общем, заремешил модель, так, чтобы, да, и перепрожектил всю детализацию сверху, с верхних уровней на нижние, да, и так далее, то, чтобы у меня были сабдивы. И модель я таким образом, да, через заремешер упростил примерно до 500 тысяч, потом я их автоматически развернул через местный UV Master, да, который также находится в Z-плагине. И, соответственно, затекстурил, потом также запек нормалки здесь же.
при помощи Multimap Exporter, да, то есть единственное, что здесь, чтобы нормалка нормальная была, нам нужно в Export Options указать галочку Tangent и Smooth Normals. Тогда у вас нормалка будет как раз подходить под текстуринг, да, и, соответственно, затекстурил в Painter и уже в Blender закидывал, чтобы порендерить его в Cycles. Вот. А в Blender я закидывал уже не вот эту 500-тысячную такую мид-польку, да, то есть не лоу, не хай, а мид-поли, вот, а закидывал как раз уже десимейшенную версию, у которой были срезаны полигоны, но при этом вся детализация сохранилась, и я ее десимейтил с Keep UVs кнопкой, да, то есть чтобы у меня UV-шка сохранилась. И уже при рендере я не использовал нормалку, я использовал height map, которая уже получилась после текстуринга в итоге из Substance Painter. Вот. Мне кажется, понятнее уже не может стать. Если есть вопрос, то да, пиши. Если получится, мы примерно... Можно от тебя получить фидбэк по работе? Мы можем как исключение в конце просто сделать, как ты считаешь, можно сделать быстрый чек-арт стейшн такого формата. Просто ты скажешь суперфаст. Ну, давайте, типа, 5-минутный, короче, такой. Потому что можно, как бы, каждую работу очень сильно долго разбирать. Там бывает такое, что, типа, по полчаса сидишь и объясняешь, короче. Парочку, да, в конце взглянем на них. Давай. Чтобы такой трейд произошел. Так, ритов в блендере рулит. Ну, как скажете. Надеюсь, я хочу попробовать. Сколько примерно нужно полигонов у модели для игры, таких как лодка теле... Что? Сколько примерно нужно полигонов у модели для игры, таких как лодка телега на одного человека, и что еще, кроме количества полигонов и количества текстур, влияет на производительность в играх от модели? Ого, какой интересный вопрос. Ну, как бы зависит от того, у нас какого сеттинга, да, там стилизация, насколько сильная стилизация в проекте. Там будет зависеть от того, насколько количество деталей там в той же телеге. Там телега может быть супер стилизованной, там будет два куба, и все это можно упихнуть, не знаю, в 100 треугольников. А может быть там такая супер детализированная тележка с трещинками, комками грязи и так далее, которым тоже там будут описаны полигоны, и там это может быть и все там 10-50 тысяч полигонов. Вот. А в плане производительности полигон — это не самая такая... пункт важный в производительности, потому что полигоны сейчас научились считать очень быстро, и то есть это не такая уж проблема, то есть можно там сильно по этому поводу не заморачиваться, а сейчас такая самая такая прожорливая тема — это какие-нибудь там альфа-каналы, да, которые именно полупрозрачные элементы и сложные шейдера, которые вот, и вот они реально съедают огромное количество ресурсов компьютера, поэтому больше лучше концентрироваться на этом, да, то есть если есть возможность не знаю, какие-то дырочки в тряпках сделать полигонами, то лучше сделать их полигонами, а не альфой, потому что альфа съест больше, чем эти полигоны. Вот. Кстати, если вопрос зашел про текстуры, получается, человек должен рисоваться 3-6 типов текстур для модели? Ну, там куча разных типов текстур, да. Ну, то есть, как бы зависит от пайплайна, да. То есть там пайплайн через там Metal Rough, есть пайплайн через PGloss, плюс дополнительные карты там, то есть, ну, как бы, да, в пайплайне Metal Rough у нас получается Metallic, там, не знаю, Roughness, Normal, какой-нибудь там еще, что еще. И какие-то сопутствующие карты, там, допустим, там, если у вас есть в проекте, там, нужно свечение, то эмиссив, если нужно там subsurface scattering там для кожи, то SSS-карта, там, и так далее. То есть, плюс бывает еще же, там, на каждом проекте свои кастомные карты, какие-то там шейдера, и там что-то собрано так, чтобы там какие-то дополнительные текстурки надо будет нарисовать, то есть, соответственно, там может раздуваться количество карт от, не знаю, вот этого стандартного набора, там, по-моему, из 4-5, да, то, до там до 10 и так далее. Вот. Ну, как бы все это сейчас более-менее автоматически, там, как бы, да, нарисовали диффуз, там, да, либо там вот как раз через Metal Rough Base Color, и там уже теми же слоями можно накрутить и все остальные карты без проблем. Так что сейчас это не такая уж прям сложность.
Как-то очень мало информативно все, просто болтовня на кухне с про. Ой, что за дичь? Думал, буду объяснять, как делать жесткие модели, а тут в смысле, мы разве не объясняем, как делать жесткие модели? Да, потихонечку это делаем с этим. Просто здесь же, как бы, здесь ничего особенного-то нет, здесь все то же самое, моделинг, да, только через Brush, в котором я сейчас просто набираю общие формы, и потом мы там будем делать толщинки через Dynamics Subdivision, там всякие харды накидывать и так далее, в общем, ну, то есть кризы, вот, и потихонечку будем усложнять модель, потом там слепим какие-то уже, не знаю, узоры на них сверху, и потом, если все это мы сделаем, мы будем его текстурить. Сам формат посиделок на кухне, к сожалению или к счастью, это в целом core активность любой прямой трансляции. Происходит это как? Объясняю. Есть форматы с большим количеством препродакшена и постпродакшена. Например, статья. Да? Вы собираете фактуру, вы ее пишете, вы собираете какие-то комментарии, и в конечном итоге пользователь получает эту работу в конечном завершенном виде, да, и, например, на это было потрачено 4 часа. Что ты можешь сделать с прямой трансляцией? Ну, вы можете ставить план, сделать анонсирование, позвать гостей, собрать всех в одном месте, и вот все то, что у вас получится в течение трансляции, то и получит зритель. Соответственно, препродакшн технический, постпродакшн нулевой. Такая вот история. На телеке абсолютно то же самое. Сколько стоит такая работа? Цельный образ. Как я понял, вопрос о том, сколько бы ты за нее взял. Или типа нет. Такой бюст, да, который там какого-то рыцаря, который под финалку, там, да, под рендер готовый, короче, полностью там, либо под принт. По времени это мне бы заняло, не знаю, там, какие недели, да, то есть такого сделать. Ну, то есть прям полностью, там, если я бы сидел, заморачивался и вылизывал бы его, ну, то есть по максимуму, то, может быть, 1100? Не знаю, где-то так. Сколько? 1100, может быть, взял. Ну, то есть прям много или мало для индустрии? Как считаешь? Средне. Подкаст, не курсы, тут вообще чаще флу для фона. Во-первых, это не подкаст, это прямая трансляция, где мы делаем то, на что нужно смотреть, и запоминать, и копировать, и улучшаться. Это раз. Во-вторых, флу здесь только с моей стороны, а меня за это ругать нельзя, потому что я породил трансляцию. Поэтому никакой Господь сверху меня молнии не шибанет. В-третьих, спасибо за комментарий. И Жень Беляев. Молодец. Про оружие для персов трансляции будут или персонажники таким не занимаются? Занимаются, только нужно какой-то готовый, наверное, дизайн, потому что дизайн оружия тоже можно очень сильно засесть. Ну, как бы, опять же, если это растягивать на несколько стримов. Вот. Можно сделать, но это дольше чуть-чуть. Персонажка — это такой более-менее автоматический процесс, типа, там, чуть-чуть попроще. Как сделать рендер в мормосете с материалом из ZBrush без текстур Substance, а чистый глиняный материал отрендерить? Ого, интересный запрос. А зачем такое нужно? Закинуть модельку Marmoset и там какую-нибудь текстурку, ну или просто накрутить, не знаю, ползунками что-то глиняное, да, там может быть какую-то фактуру накинуть и все. Ну то есть такое чисто такое экспериментальное, надо сидеть и поковыряться, то есть там, думаю, ничего сложного там нет такого, что прям глиняный материал получить. Вопрос из чата. Вопрос не по теме. А дублировать подкаст на Spotify не планируется, а вот мы как раз сегодня вышли на Spotify. Поэтому теперь мы есть везде. Официально. Ну ладно, мы есть еще в Google подкастах, но они нам сейчас выдают, как это называется, пермит, разрешение. Они, в общем, чекают наш контент сейчас на возрастной, короче, ценз. Во. Поэтому да, мы есть уже на Spotify, должны были прогрузиться. Вот, а если нет, то прогрузимся к завтрашнему дню уже, то есть там нам ок уже выдали,
Вот поэтому, если ты пользуешься VPN-ками, то удачи. Вот. А так, есть везде. Да, давайте, я воспользуюсь, да, возможностью. Подкаст есть. XYZ подкаст или подкаст XYZ. Мы с Артемием его делаем. Я своим ребеночком горжусь и всем его рекомендую. Очень душевный, по теме, с экспертизой, с приглашенными гостями. В общем, все как надо. Взрослый контент. Пишите подкаст XYZ, где только... Где угодно, не знаю, в поиске, в Гугле, в Яндексе, в каком-то подкастоприемнике находите, нас и слушайте. 6-й выпуск вышел на прошлой неделе в четверг, 7-й будет на этой неделе в четверг. Регулярность. А еще мы 2-й подкаст в списке, точнее, в категории игры и киберспорт ВКонтакте. Так что это уже достижение. Короче, не хухры-мухры, вот-вот. Давно хотел узнать, как создаются волосы для моделей в ZBrush или Maya, и их ритопология, в особенности для реалистичных волос. Искал видео на Ютубе, но так и не смог найти нужное видео. Как я понял, Юрий, это достаточно комплексная тема, чтобы рассказать об этом всем в одном видео. Да, это прям хардкор, короче. Причем даже отдельная профессия, короче, существует, да, грумеры, которые делают прически для персонажей. Ну, особенно если как бы про реалистичные идет речь. Про скульпченные, как бы там все понятно, там налепил их, да, там какими-нибудь кривыми там эти плашечки подобавлял и все. А если идет речь о реалистичных, там, во-первых, надо сделать для начала текстуру, да, там, при помощи, опять же, какого-нибудь генератора, там, того же X-гена, который в Maya, да, там, вот, сделать текстуру, нагенерировать эти локоны волос, потом это все там в плашечки развернуть, эти плашечки потом уже расставлять, там, композиции, все дела и так далее. В общем, там все очень, очень трудоемкий процесс, который в плане там, да, какого-то стрима там очень сложно как-то организовать. По волосам ищите курс Джохан Лейзвелл. Ну-ка. Опять какой-то курс слили? Вы опять к пиратству принуждаете? Или, я надеюсь, вы говорите про легальные способы? Ну-ка, кто это? Да-да-да. На Ютубе есть, прям на его канале даже какие-то стримы. Интересно. Ну да, то есть есть чёрки. Спасибо за подкаст, под него крайне приятно скульптить. Поклон, бородатые дети должны объединяться. Согласен. Вот, если вам нравится наш подкаст, то как-то резонируйте с ним, объясню почему. А если вы слушаете в iTunes, ставьте звезды, если в... Яндекс, да, музыки, то лайки. Ну, то есть вот у нас, короче, такая проблема, что мы попадаем в алгоритмы подкастов, но не очень часто, потому что все слушают, а лайки не ставят. Вот, поэтому, пожалуйста, помогите делу, поспособствуйте нашей с Артемием премии. В общем, сделайте, как вы умеете, если есть желание. Это нам очень поможет, и чуть больше людей узнает, да, про наш ламповый подкастос. Подкаст супер, пишет Виктория З. Спасибо. Но он будет круче, но чуть позже. Как можно сделать кольчугу в ZBrush? Спрашивают в чате. Можно такую тему погрузить, как микромеш. То есть вы делаете основу, да, то есть там вам важно сделать основу вашей кольчуги при помощи как раз вот какого-нибудь заремешного меша, чтобы у вас были более-менее равномерные квадратики по всей поверхности, вот. И потом можно будет сделать там где-то даже есть туториалы, прям забить там вот эти кольчуги там, да, в ZBrush и так далее, там прям есть какие-то такие мини-туториалы, в которых показывается, как это делать. И там можно, да, при помощи микромеша из полигончиков достать вот эти вот все колечки, они там будут очень хорошо, красиво сочетаться. По-моему, даже есть даже реально бесплатный туториал. И, по-моему, этого Михаил Павлович, если загуглить канал, там у него очень-очень много всяких таких вот фишечек, да, таких раз, там, как сделать кольчугу, как сделать там какой-то материал, там, и так далее. Вот, таких технических моментов забрашенных, очень крутой канал, вот, советую. И, соответственно, да, там можно будет как бы легко здесь сделать кольчугу, здесь прям, по-моему, самый простой способ через забраш ее делать. Спасибо за ответ. Надеюсь, помогли. Если помогли, то, Митя, напиши об этом, скажи спасибо. Такие вот правила игры в нашем культурном джентльменском обществе. По волосам, да, я посмотрел, как я понял, это чувак, который
Я сейчас просто увидел несколько вебинаров, и тут персонаж из Horizon Zero Dawn. Не хочется, конечно, фантазировать, но если он работал... Ну-ка, давайте посмотрим его ArtStation. Если он работал над Horizon Zero Dawn, это прикольно. Да, все верно. Он работал над Horizon Zero Dawn. Окей, сошлось. Да, у Элой там какие-то нечеловеческие волосы. Да, фрилансер Hair Specialist. Стокгольм, Свиден. Интересно, круто. Стопудов патреоночку какой-то ведет. Нужно нам его в команду к нам. Угу, понятно. Ребята, берись на карандаш. Спасибо за ответ. Пожалуйста, Юрий, спасибо тебе большое за ответ. У него по Пейнтеру видео есть. Ну, одним видео тут не обойдешься. Я вот вижу, что у него 3 или 4 трансляции. Короче, куда ни взглянь, везде сложные, комплексные темы. Но ничего... В CG простого, короче, ничего нет. CG — это индустрия для людей, которые решили столкнуться с некоторыми сложностями. Которые решили пострадать. Что? Которые решили пострадать. Да-да-да. CG, точнее, длинное тире. Люди, которые решили пострадать. Звучит как, не знаю, лозунг. Лозунг нашего следующего CG-спича, который, наверное, когда-нибудь состоится, если... мир разморозится в ближайшие пару лет. Ах, живем как будто бы, знаете, в таком постапокалиптическом мире, короче, вещаем прямыми трансляциями. Ваши приемники. Что случилось? О, мой телефон. Спасибо. Илья Круглик, спасибо. А что сделал Илья Круглик? Не понял. Скинул, да, ссылку на художника. Класс. Короче, все мы тут такие жизнерадостные помощники друг для друга. Это классно. Так, что там еще по вопросикам? В мире всего 20 человек, которые могут хорошо волосы делать. Ха, ну, может быть, да. Звучит как правда. Насколько глубоко нужно знать Maya, Blender и другие программы чисто для нужд ретопологии? Да, вообще, в принципе, там как бы, допустим, если та же Maya, там есть отдельный тулза, QuadDraw, в принципе, открывайте отдельное окошечко и все, всем остальным не пользуетесь, там, и там, типа, отдельные хоткейки, на которые там прямо в этом же инструменте подписаны, и больше ничего не надо, как бы, особо. Ну, как бы, да, там, еще надо уметь бороться с местными багами, но в целом больше ничего не надо знать в плане каких-то кнопок и инструментов, там, достаточно всего. Как я понял, CG — это очень часто про борьбу с некоторыми багами. Так. CG — это Dark Souls, да, от мира технологий. Согласен. Вот рейд устроили на Майкл Павлович. Ну, а что бы нет. Рейд — это хорошая тема, на самом деле. Как раз получил игру... Страдающее средневековье. Такая есть игра. В игре настраивая графику, можно изменить качество, и тогда используются текстуры разных форматов. Так вот вопрос. Игра хранит в себе все форматы текстур или только максимальную и в игре уже сжимает? Ну, бывает, как бы, опять же, зависит от движка, там, да, если там... Unreal, по-моему, тоже может сжимать текстуры и, как правило, там загоняешь одну, ее там уже можно там даже теми же материалами как-нибудь там даже стилизовать чуть-чуть, да, там поджать еще что-нибудь, так что если там есть такие технологии в этом движке этой игры, то вполне возможно, что там есть только одна текстура, которая видоизменяется в процессе всякими фильтрами и сжатием. Илья Круглик пишет очень жизненный вопрос, точнее очень жизненный комментарий. Если успею до призыва, то доделаю персонажа и скину Юрию на ArtStation. Прекрасно. Давай, поспеши. Да, поспеши. Времени осталось немного. А Юра сейчас с помощью компьютерной мыши модели, то есть с помощью планшета и пера. Планшета и пера. Да. Павлович вообще иногда сносит голову. Что говоришь? Гусиного пера. Гусиного пера, да, и бобриной щетки. Точнее, щетки из бобриного волоса. Да, вот беру бобриную щеточку, она у нас делает такие уже штришочки, да, такое, это вот гусиное перо, короче, такое. У нас такой чисто православный 3D сейчас происходит.
Добро пожаловать. Мир культуры и блуда. Насколько востребованы исторические концепты доспехов в индустрии на данный момент? То есть примерное соотношение заказов к казуальной и реалистичной стиль. Ой-ой-ой. Ну, не знаю даже. Ну, как бы... реалистичные доспехи все равно как бы круто, да, то есть так или иначе уметь что-то такое делать, это прям тоже отдельный скилл, вот, но как бы в любом случае, да, требуется какой-то дизайн там и так далее, что-то видоизменяется там в каком-то направлении в зависимости от сеттинга проекта. Здесь надо уже смотреть, наверное, на соотношение того, насколько много там, не знаю, стилизованных проектов и реалистичных, да, и опять же, сколько, какое соотношение в этом соотношении, там, medieval, да, каких-то проектов, в которых нужны всякие доспехи, а каких не нужны, то есть, здесь надо такой сложный вопрос, короче, я не могу на него ответить. Решили, короче, нас сложными вопросами заморить, да, негодяи? Хотите смерти нашей? Почему напоминания не работают? Напоминания на Ютубе? А вы поставили колокольчик? Если нет, то вот почему. Вообще, Ютуб часто подкидывает такие подлянки. Не знаем, в чем дело. То есть, обычно с этим проблем не было. Плюс мы сейчас еще и с музыкой решили, проблему нас теперь не банят. Непонятно. Следи почаще за обновлением группы ВКонтакте, если ты на нас подписан. Там точное время трансляции всегда указывается. И вообще, ну, много всего интересного помимо трансляций происходит. Вот. А опоздал, ничего страшного. Ты же знаешь, что мы есть в записи, поэтому... Ой, извините, если я сейчас ударил микрофон. Чего грустить? Все свои. Так, я сейчас включил большой компьютер. Тут нужно кое-что сделать. Надеюсь, он не сильно шумит. Я правильно понимаю, что нигде в вузах этому не учат? Ну, может быть, на каком-нибудь майнере, точнее, не майнере, а... Ну, я опять же предполагаю, да? Может быть, на каком-нибудь факультете дизайна в высшей школе экономики, на какой-нибудь там специализации, похожему чему-то, каким-то основам, да, проучивают. Mm-hmm. Но я бы предположил, да, и, скорее всего, предположил бы правильно, что... CG и 3D, но это такая, не знаю, специальность, можно так сказать, такая сфера, которую очень сложно взять и загнать под серьезный академический, как это называется, стиль, да? Ну, потому что очень часто все меняется, и нужно быть всегда up-to-date, да, с происходящим в индустрии. И, к сожалению, или к счастью, большие такие серьезные учебные учреждения не очень могут в быстрое реагирование, в быстрое изменение своих курсов. Поэтому мой ответ — да. А твой, Юрий? Ну да, мне кажется, что, ну, как бы в обычных учебных заведениях вряд ли такое будет. Реально все очень быстро меняется, даже не знаю. Представить там 5 лет назад мы еще текстурили там через Photoshop, короче, да, то есть не видя модельки, то есть, а сейчас это невозможно представить, типа, как текстурить через Photoshop, вы что, короче, сейчас же можно прям по модели красить, то есть настолько все там меняется максимально быстро, короче, что если там нужны какие-то преподаватели, которые постоянно в индустрии работают, постоянно в курсе всех вещей и так далее, то есть это очень сложно организовать, мне кажется. Не подумайте, что это реклама наших курсов, но просто, к сожалению, ну, это по факту, да. Действительно, по факту, да, то, что происходит. Можете спросить у кого угодно, и ответ будет примерно точно такой же. Ох, примитивчики мои, примитивчики. Сейчас я пытаюсь нарисовать что-то похожее на цилиндр, чтобы закончить там одну свою задумку. Сложно. Так... Короче, я такой решил, знаешь, перекрестный контент-менеджмент у нас вот сейчас такое происходит. Но я просто решил чуть-чуть руку размять, чтобы... Вроде вышло. Вроде линии ровные. Вроде бы не заржавел, значит. Кто поставил дизлайк стриму? Уже целых 3, народ. Да, негодяи тут нашлись, недовольные. Да поставил, вот прям бесит уже 5 раз такое, я просто иногда засиживаюсь по 20 часов и не заглядываю в браузер. Но вообще делать что-то несколько часов, больше чем 2, не отвлекаясь ни на что, это очень классный скилл, который,
которым можно гордиться и который нужно развивать. Потому что я тоже заметил с собой, что постоянно убираю телефон в другой конец дома, чтобы не отвлекаться ни на что. Но все равно не получается. Так. За трансляциями можно следить через рассылку ВКонтакте. Прямо в ЛС приходит предупреждение. Ну, кстати, да, это тоже. Scream School учит, но там обучение 300 в год. Да, может быть. Я что-то не интересовался движухами там, хотя, может быть, наверное, стоило. Дублирую вопрос, за ответ заранее спасибо. А что там? Расскажите, пожалуйста, о тонкостях распечатывания 3D-модели. Я слышал о том, что, например, руки по-другому можно лепить. И еще вопрос. Мы делаем на курсе модель в А-позе. Как можно изменить ее позу? Позу... В общем, с позами здесь такая сложность. В любом случае, придется что-то заскручивать, да? То есть, вы там, что, там, не знаю, руку подвинули, долепили там, да, и так далее. Ну, давайте я сейчас, наверное, открою все-таки свою модельку. Новую. И там как раз я заморачивался с позой. Вот. И, соответственно, здесь, ну, то есть никак не обойдешься вообще без каких-то там косяков. Допустим, вот там ноги там подвинул, там что-то уже поехало, там растянулось и так далее. И в любом случае какие-то такие вещи нужно в процессе там, да, долепливать. И, соответственно, позинг я делаю через, если у меня какие-то уже детали, много деталей каких-то есть на модели, то позинг я делаю при помощи Transpose Master, да, то есть здесь опять же the plugin Transpose Master, и здесь можно, то есть мы нажимаем кнопку T-Pose, наша модель все и все ее детали пересчитываются, да, и, соответственно, они переходят на нижний уровень сабдива. То есть вам обязательно нужно иметь какой-нибудь нижний уровень, чтобы иметь возможность больше контроля, да, над формой. Потому что если у вас будет много полигонов, то, соответственно, и запозить это будет крайне-крайне-крайне сложно. Вот. И, соответственно, потом я могу уже таким вот образом, да, ее позить. Допустим, у меня есть какой-то нижний уровень, и я беру, выделяю какую-то часть модели маской, там блюрю там маску, допустим, и делаю какой-нибудь поворот ей, да, таким вот образом. Но опять же, да, видите, здесь какие-то деформации происходят и так далее, и это все нужно будет еще руками, да, дорабатывать. Я тут еще пробовал при помощи Zsphere Rig, да, то есть все это дело как-то попозить, но там тоже не меньше косяков вылазит, и плюс еще время тратишь на то, чтобы этот рик собрать. И, в общем, я в итоге пришел к выводу, что проще все руками просто позить, как есть, короче, просто двигать и подправлять. И это гораздо быстрее получается, чем там, да, какие-то посторонние тулзы. Вот, поэтому такое. Здесь все не так однозначно. Нет таких тулзов, которые прям позволяют прям максимально быстро, без каких-то заморочек, взять и запозить персонажа. Приходится что-то еще долепливать. В любом случае. Вот. Там пишут в чатике: Пакеш, жопка. Народ, нас могут забанить за этот контент. Вы что? Это YouTube, это не порнохаб. Образованию время, потехи или порно-час. Вот так вот. Да. Я вам скажу. Ну и в плане для ответа какая, там... Угу. Ля какая русалку пишут. Какие цвета интерфейса с 20? Ой-ой. А, я только сейчас заметил, что у нее элементы брони-то спрятал. Ой-ой. Интим пошел, понятно. Угу. Так. В плане этого как раз ответа на вопрос про 3D-принт я пока ничего не могу ответить. Если мне получится эту русалку запринтить, я потом расскажу. Вот. Я сейчас с таким прицелом небольшим делаю, типа, а вдруг мне получится потом еще и запринтить. Было бы неплохо. Юрий слов на воздух не бросает. На ветер, извините, перепутал. Сколько всяких интересных вещей в мире, вот, и думай, куда и на что идти учиться. Ну, вообще, жизнь это учеба. Добро пожаловать в паблик пацанских цитат от Дмитрия Борисова. Цитата сегодняшнего дня: мир это учеба. Запоминайте. Только, пожалуйста, не репостите, пожалуйста, в группу. Цитата Джокера, у нас там с ним вражда. Давайте еще пару вопросиков. И что, можете пока, если у вас есть какой-то ArtStation, что-то такое, скиньте пару вариантов, я посмотрю и на свой экспертный, субъективный взгляд выберу что-нибудь и
скину Юрию. Угу. У меня тут какая-то странная штука происходит в фотошопе почему-то. Раньше у меня все так классно стиралось и рейзером, как будто бы я просто реально стираю. То есть угу. потихонечку, потихонечку, со степенью нажатия. А сейчас просто кусками стирается. Пропала степень нажатия? Да, да нет, вроде сейчас, ну-ка. Да нет, степень нажатия не пропала. Странно. Хм. Ну-ка. Ну вот, например. Моя кисточка. Степень нажатия работает. Все ок. Просто появилось очень много пикселей. Хотя раньше такого не было. И когда ты вот, знаешь, нарисовал какую-нибудь штуку, хочешь осторожно по краям подстереть, да? Прям так uh-huh. осторожненько. Вот вместо осторожного стирания теперь это прям исчезает гигантскими кусками. Хотя стиралочка все равно маленькая. Что за дичь? Нужно будет гуглить, короче. Uh-huh. Мир — это учеба, а ты в ней модельер. Ну, ну да. В целом-то. Будет очень интересно послушать про принтирование. Спасибо за ответ. Ну, посмотрим, так как пойдет. Так, первый отстейшн прилетел. Ну-ка, давайте посмотрю на него. Ну-ка, ну-ка. Ого. Такое чувство, будто ты разработчик сталкера оригинального. Какие серьезные здесь лица. Ну, будет интересно взглянуть, да, и как... Интересно, интересно. Даже материальчики есть. Ого. Хм. Так, что там еще у нас есть? Ра-ра-ра-ра. Бро, переходи на криту, она быстрее открывается. Что такое крита? Не знаю, я слышал, но не знаю, что это. Объясните, пожалуйста, в чатике, а мы это пытаемся изучить. Так. А, кажется, моя проблема решилась, что? Прекрасно просто. Моя проблема с рейзером решилась. Как это произошло, непонятно. Как это работает, тоже, ну ладно. Так. Может быть, у меня что-то какая-то грязь на поверхности моего планшета, хз. Случайно наткнулся на стрим, теперь сижу, смотрю, пишет Борис Колесников. А ты можешь не только сидеть смотреть, но и подписаться на наш канал, смотреть нас, ну, 3-4 раза в неделю, как мы обычно выходим. У нас тут весело, душевно и 3D-шно, и иногда 2D-шно, короче. Так, пока что свой ArtStation скинул только один человек, и у меня возникает вопрос. А был ли спрос на наши молниеносные фидбэки mm-hmm. от людей с опытом в индустрии? И, не знаю. Юрий, не ожидаешь ли ты в ближайшем будущем жесткий демпинг 3D-шного фриланса со стороны индусов и китайцев? Прикольно, вообще просто прекрасный вопрос. Ну, есть такое немножечко, но мне кажется, опять же, вопрос качества. Если тот же индус станет очень суперкрутым чуваком, который будет делать крутые работы, то он будет просить соответствующую цену, и демпинг сам по себе пойдет на спад. Ну, так что... Как бы нужно быть именно артистом в другой ценовой категории, и тогда этот демпинг не сильно страшен. Как мне кажется, по крайней мере. Так, крита типа фотошопа и пейнта, вы спрашивали. Ага, интересно. Но больше интересует, что скинули... Но больше интересует то, что скинули в личку Юрию, чем обзор станции. Личку Юрию? Это где? А на ArtStation'е, может быть? Хм. Личка на ArtStation'е. Вопрос Юрию про модель. Почему шлем такой сглаженный делаешь, а нагрудник угловатым?
Мне кажется, это все work in process или что-то. Да, это work in progress. Сейчас вот нагрудник и наплечники, да, там и прочие элементы, они сейчас просто в таком low-poly, короче говоря, да. Они. Поскольку эти элементы достаточно простые, мне не нужно было там как-то их вылепливать, да, чтобы определиться с их формой. А шлем это уже такая более сложная штука, и поэтому я для начала ее леплю, чтобы максимально освободить себя от каких-то там технических моментов, да, двигания полигонов, а я просто, да, леплю и продумываю для начала форму. После того, как я определюсь, что какая форма, что меня форма устраивает, что я примерно попал в то, что надо, короче, да, я уже начну ее резать на кусочки и опять же, да, переводить в такое более-менее лоупольное состояние, после чего там мы будем уже все элементы в целом собирать и делать их более сглаженными и так далее, и нарезать там на более мелкие кусочки. Вот. То есть сейчас я просто ищу форму. Какого плана арт-станции можно скинуть? Ну, ваше? Рандомного чувака. Да, чужого. Финечим его, так, знаете, чисто с руки, так, знаете. Ладно, давай посмотрим на первый ArtStation. Ты мне расскажешь, интересный он или нет. Давай, куда мне его скинуть? Давай Discord. Discord, хорошо. Так. Илья Круглик, да. ArtStation, да, это он. Лови, скинул. Угу. Так, открываем. Так, смотрим. Угу, много-много лиц. И живот еще есть. И живот. Как бы круто, что ты практикуешься в анатомии, и, в принципе, даже здесь очень даже так неплохо сделано. Вот, так что это тоже такой неплохой плюс. Продолжай этим заниматься, потому что это тоже анатомия, это очень важно. Да, соответственно, что у нас здесь? У нас здесь есть какой-то моделинг, да, полимоделинг, какие-то там базовые какие-то текстурки, рендеры и так далее, да. Вот, и... Здесь у нас, я вижу, еще у нас есть материальчики. Да, это тоже очень круто и полезно. Единственное, что сейчас не хватает в портфолио, это какого-нибудь именно модели. Опять же, так как я говорил до этого, да, то есть, чтобы была модель, которая была, там, не знаю, слеплена, либо там замоделена хайполи, была сделана ретопология для этой модели, и был сделан бейк для этой модели, и, соответственно, текстуринг. То есть, у тебя есть какие-то, знаешь, типа, вот, отдельно моделинг, отдельно создание материалов, и отдельно, да, там, скульптинг, там, лиц и так далее, и анатомии. Но нету комплексной модели, которую бы хотелось бы как раз иметь в портфолио, чтобы именно вот она как раз будет таким показателем, что у тебя есть полный пайплайн в твоих знаниях, да, и, соответственно, ты можешь уже на них ориентироваться. Ну, то есть, как сказать, работодателю проще уже так, тебя выбрать, потому что он знает, что ты точно знаешь все правила, и более-менее как бы тебе не нужно будет что-то там сильно объяснять. Вот. А так, молодец, практикуйся, работай, все отлично. Да, то есть сейчас просто, да, больше лепить и технические этапы какие-то проработать. Вот. Такой вот у меня фидбэк, наверное, по этому портфолио. Давайте еще тогда, раз пока ArtStation'ов нет, и я полагаю, что вы сегодня не хотите нам показывать ваши work in progress, да, закрома, дадим вам возможность справиться на следующей неделе, скорее всего. Возможно ли пофиксить лаги на задевайженных саптулах? Просто когда скульпчу дико виснет, неужели апгрейдить компора?
Возможно, пора апгрейдить в комп. И опять же, это зависит от того, сколько там у вас полигонов. Может быть, у вас там 200 миллионов, и там реально начинается лаги. Там реально там сделал мазок, и он там через минуту так хоп, короче, появился. Классно, да. Да-да-да. Поэтому там, да, смотрите по ситуации, если у вас там реально очень много, короче. Либо у вас очень слабый компьютер, там тоже может это повлиять. То есть, да, для ZBrush важно много оперативки и процессор. Как можно больше ядер и так далее. Вот. Так, Дима, когда будет следующий стрим? Во вторник. Во вторник будет стрим с Ваней Растригиным по концепт-арту. Это точно. А дальше там уже на недельку мы определимся в процессе. Что, тогда будем потихонечку заканчивать, как ты считаешь? Да, можно. И, соответственно, будем потихонечку, да, мы продолжать нашу модель на следующих стримах. Да, то есть, да. Может быть, как раз реально получится такой хороший контент, как мы там с нуля сделали что-то и там затекстурили, и было бы очень даже неплохо. Угу. Да, вот. Да, звучит как план. Угу. Народ, не плачьте, нам пора расставаться, ничего страшного, увидимся очень скоро. А если не хотите прям нас терять, то приходите в наш подкаст. У нас с Юрием, кстати, тоже был выпуск, четвертый или пятый, я вот уже точно не припомню. Угу. Вот. Там Юрий делился своими знаниями, вот. И вообще у нас в целом мы часто приглашаем персонажей, людей, менторов из индустрии и из нашей школы, поэтому есть что послушать. У вас уже 5 выпусков есть, поэтому можно слушать хоть весь день. Меня зовут Дима, Юрий Поробов, наш главный персонажный человек. Человек, который умеет делать людей, очень круто, а теперь еще и женщин, точнее, людей, мужчин и женщин, извините, я не специально, это была оговорка, я не такой. Народ, спасибо, что были с нами, суббота, вечер, а вы тут учитесь, ну, прекрасно, 176 человек, надеюсь, за самообразовывались как надо, мы пойдем отдыхать. Вот, и вам тоже советуем, поспите на том материале, который вы увидели, вернитесь, посмотрите еще раз и сделайте так же круто. А мы будем продолжать, сделаем вторую, третью часть, получится у нас такая финальная классная модель, вот, и сделаем это вместе с вами, короче. Будем как это называется, в одной лодке несколько стримов подряд, как обычно. Вот, мы пошли. Хорошего вечера, читайте наш контент, смотрите наши видео, трансляции, слушайте наши подкасты и не ржавейте. Угу. Пока-пока. Всем пока.